Всем привет! Обзор покупок из магазина Fix Price. Майские покупки. Начну я с продуктов питания. Сок родной 10 рублей, 0,2 литра, мультифрукт. Далее сок от садов Придонья. Кстати, очень классный и вкусный сок. Персик яблоко 50 рублей. Здесь у нас объем литр. Шоколад Бабаевский фирменный 55 рублей. Конфеты Ореховая роща 300 грамм 50 рублей. Ну, также мой любимый какао 50 рублей, взяли две пачки. Футляр для очков такого классного цвета. Стоит он то ли 50, то ли 55 рублей. Открывается. Из хозяйственных покупок постоянная вообще покупка — гель для стирки 50 рублей. 1 литр. Сейчас стираем очень много. Гель расходуется много. Классный гель, очень нравится. И Бонхом. Скребки для посуды 50 рублей. Здесь 9 штук. Нормальные скребочки, не ржавеют, потому что сейчас часто такие губочки стали ржаветь. Эти нормальные, 9 штук, хватит надолго. Тоже постоянная покупка в фикс-прайсе. Это губки для посуды в вакуумной упаковке. Кухончик, 3 штуки. Как-то мне давно посоветовали в комментариях попробовать эти губки. Попробовала, действительно, очень-очень классные, надолго хватает, очень нравится, так что постоянно покупаем. Обычные поролончики уже даже и не используем. Еще одна хозяйственная вещь — это чехол на стульчак 55 рублей. Покупаем и периодически меняем. Чем чаще, чем лучше. Хорошего качества, все, в принципе, хорошо сделано. Теперь товары для сада и огорода. Это стаканчики 15 штук, 8 на 7,5 сантиметров. Такие стаканчики тоже берем уже не первый раз. Очень удобные для рассады. Например, мне удобно в них пикировать землянику. Хорошие стаканчики, они не одноразовые. Торфяные горшочки 10 штук. Восемьдесят на 80 миллилитров, ну тоже для рассады, скорее всего для огурцов, для борьбы с сорняками, по 12,50 за штуку. Но хотим мы не повсеместно бороться с сорняками, а где-то под кустами смородины. У нас смородина растет, а с другой стороны лезет пырей через забор, где растет смородина. В общем, в таких вот местах. Так я против химии на своем участке. Ну, не знаю, попробуем, насколько оно будет химозное, вообще насколько оно будет действенное и справится ли оно с пыреем. Для деревьев это садовый бинт 0,14 на 10 метров. Стоил он 25 рублей. И еще одна садовая покупка — это саженец декоративного винограда. Вот он уже вовсю пророс. Хотим этот виноград посадить вдоль забора, чтобы он служил в дальнейшем как живая изгородь. В прошлом году Саша привозил с дачи тоже виноград дикий. Ну, он декоративно просто оплетает. Я сажала несколько штук. Один точно принялся, остальные пока не знаю. Но здесь такой массивный уже видно. Саша привозил просто корешок. Вот, хочу посадить вдоль забора, чтобы он оплетал его и рос как живая изгородь. Может быть, где-то в районе беседки, где-то в той зоне. Вот такие были покупки из магазина Fix Price на сегодня. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч и пока-пока. Еще одно приобретение, правда, уже не из магазина Fix Price, а из магазина Порядок. Это галоши женские, размер 37, стоили 126 рублей. И хочу сказать, что я ношу размер 38,5, они мне были
самый раз. Галоши из магазина «Порядок». Сейчас в огород бегать в них самое то. Классные такие легкие галоши. Нам такие галоши нравятся больше, чем просто обычные резиновые. Удобнее в них ходить. We'll be right back.